Когда-то мы вышли в РПЛ и понеслось. Мы отправились в это большое футбольное путешествие, которое нужно было выдержать с честью. Но всегда что-то идет не так, как мы хотим. Мы как будто постоянно ездим. Мы ездим больше, чем играем в футбол. С**ка. Как же я домой хочу. Я уже не верю, что это все когда-нибудь закончится. У меня от этих поездок спина скоро разгибаться перестанет. Анатольевич, про недовосстановление и так все понятно. Меня волнует психологическое состояние какое-то. Да, да, ладно. Это уже очень странно выглядит. Привет, подписота. Я уже не помню, куда мы едем и зачем, но мы вместе. Алло, я бы хотел пополнить свой брокерский счет. Да. Господа, прошу любить и жаловать. Бывший игрок молодежной команды Илья Васин. Сейчас позвоним Кристине, попробуем разобраться, происходит что-то странное. Слушай, я как только узнала о том, что происходит, сразу стала искать информацию. В библиотеке есть книга «Воронежских легенд». Я ее отсканила. Тут рассказано об огненном грузовике, который возил самых отчаянных сотрудников какого-то завода. ОКБ-14. А этот ОКБ-14 еще существует? И как закончить этот день сурка? Как свалить из этого транспорта? Это главный вопрос. Я нашла. 1966 год. ОКБ-14 переименовывается в КБХ. Все сходится. Так, ну это же хорошая новость. Мы теперь стали понимать, откуда ноги растут. Смотри, я нашла пророчество из 77-го года, как этот транспорт будет выглядеть в будущем. Еще есть ответы на второй вопрос. В какой-то момент транспорт можно покинуть, но вы без него не сможете. Вас все равно затянет обратно. Я давно не видел Иракли. Парни, я теперь понял, почему это все происходит. Потому что мы любим этот клуб, любим болельщиков, любим игру. Куда бы ни вел этот маршрут, мы едем дальше. Потому что мы любим факел. Вы со мной? Следующая остановка Махачкала.